Муфтия Дагестана призвал жителей республики не посещать места массового скопления людей. В своем обращении председатель муфтията республики Шамиль Алиханов отметил, что риски заражения коронавирусной инфекцией все еще сохраняются, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, не посещать места массового скопления людей, в том числе тазияты и свадьбы. Муфтия также призвал имамов мечети продолжать соблюдать ограничительные меры и соблюдать санитарный режим.